узор кудрявые полоски. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Узор наиболее эффектно смотрится вот в двух цветах, как минимум в двух. А на схеме вот один из цветов выделен более таким темным цветом, а вяжутся эти полоски поочередно, снизу вверх. То есть в вертикальном направлении, и одна к другой потом присоединяется, то есть чем-то похоже на ленточное кружево. Начинаем мы вот с левой полоски, с более широкой. Для нее нужно набрать 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А теперь на пятой петле от начала, то есть пропускаем 6 петель, и на пятой 1, 2, 3, 4, 5 вяжем вот такой вот несложный веерочек. 5 столбиков с одним накидом через воздушную петлю. 2 воздушная петля, 3 столбик с одним накидом, еще одна воздушная петля, 4 столбик, воздушная петля, 5 столбик. И полустолбик в первую петлю из этой начальной цепочки. Второй ряд. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваем наше вязание. Столбик без накида под воздушную петлю, которая вот между столбиками у нас. 3 воздушных петли. Под воздушную петлю столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида под воздушную петлю, 3 воздушных петли, также столбик без накида под воздушную петлю. У нас получилось вот 4 таких арочки, а 5-ю арочку также из 3 воздушных петель мы присоединяем столбиком без накида уже вот к последнему столбику с накидом. Это мы связали вот один такой веерочек. Вяжем следующий. 2 воздушных петли. Поворачиваемся. И теперь мы вяжем этот веерочек. Вяжем мы его хитро. Вот на схеме тут такой непонятный значочек. Обозначает он, что его нужно вязать на вот этом вот центральном столбике с одним накидом. Но заходя вот так вот, таким вот образом, видите, присоединяясь к нему, вводя крючок вот сзади, то есть оставляя вот эту вот арочку маленькую впереди. Так, давайте это и сделаем. Здесь мы 2 воздушных петли, вы помните. А теперь мы входим вот в этот столбик. И вяжем точно такой же веерочек, как мы вязали в первом ряду. 5 столбиков с одним накидом через воздушную петлю. И последний столбик. И также в конце ряда полустолбик с накидом вот под крайнюю арочку, вот эта вот петля у нас как бы подъема поворота, сюда полустолбик с накидом. Следующий ряд так же, как второй. 3 воздушных петли, и между столбиками с накидом вяжем столбики без накида. Такие маленькие арочки по 3 воздушных петли, их должно быть 5 штучек. Третья арочка, 3 воздушных петли, 4 арочка, 3 воздушных петли, и последнюю мы прикрепляем уже к столбику с одним накидом предыдущего ряда. Давайте, чтобы было понятнее, свяжу еще вот такой раппорт. Значит, 2 воздушных петли. И этот веерочек вяжем на центральном столбике с накидом, вводя крючок вот таким вот образом. Так, чтобы вот эти вот кудряшечки у нас получались. Вот как раз за счет того, что мы вот таким вот хитрым образом провязываем этот веерочек, вводим крючок так вот нестандартно, у нас получаются вот эти вот кудряшки. Такой вот немного объемный узорчик. В конце ряда, как вы помните, под крайнюю арочку, вот она, полустолбик с накидом. И ряд еще арочек из 3 воздушных петель, чтобы закончить уже эту полосочку. Естественно, полосочка вяжется на нужную вам высоту, длину, как хотите это назовите. Раз, два, три. И последний столбик на столбике без накида. Вот у меня получилось 3 веерочка, то есть 6 рядов здесь связано. А теперь нам нужно пройти по правому краю вниз. Как это делается? Смотрите. Вот на этом же крайнем столбике мы вяжем столбик без накида, 3 воздушных петли и еще один столбик без накида на этом же столбике. 2 воздушных петли, спускаемся на 2 ряда ниже, также находим вот этот вот крайний столбик, столбик без накида, 3 воздушных петли и еще один столбик без накида в эту же точку, 2 воздушных петли, и вот у нас опять крайний столбик с накидом, в него столбик без накида, 3 воздушных петли и столбик без накида. Вот у нас получилась 1 полосочка. Следующая полосочка, она более узкая. Я ее покажу другим цветом, в общем-то это симпатичней. Вязать пока не буду. Здесь мы находим, вот отступаем от первого столбика, вот который мы вязали в веерочке, 2 воздушных петли, и за 3-ю нам нужно зацепить вот ниточку другого цвета. Присоединяемся сюда, и здесь мы вяжем 7 воздушных петель. Вот первую петлю свяжу 2 ниточками, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эта полосочка более узкая, в ней будут веерочки поменьше, то есть в 3-ю вот, от начала воздушную петлю мы вяжем всего 3 столбика с одним накидом, также через воздушную петлю. Но здесь у нас нет краевого столбика, вместо этого мы вот под эту арочку, которую мы вот вязали в опускающемся ряду, вяжем соединительный столбик. 3 воздушных петли, 1, 2, 3, такие же арочки, первую прикрепляем между столбиками, 3 воздушных петли, столбик без накида между первым и вторым, 3 воздушных петли, и здесь на последнем столбике, то есть здесь у нас будет вот 3 таких арочки, 2 воздушных петли, и так же, как мы вязали вот в этой полоске, мы вяжем только вот веерочек поменьше, но входим также вот сзади, заходим в этот столбик, вяжем 3 столбика с одним накидом через воздушную петлю. и присоединяем этот веерочек к следующей арочке уже готовой полоски. 3 воздушных петли, здесь вот такие же арочки, в общем-то. Сам узор несложный, тут главное понять, как, где и что, куда присоединять. Две воздушных петли, и вот еще один веерочек свяжем, чтобы у нас были одинаковые по высоте полосочки. И также соединительный столбик вот в эту арочку. И заканчиваем вязание вот этих вот арочек. Здесь их у нас, помните, 3 штучки. И таким же образом, как мы вот широкой полосой спускаемся вниз, то есть на вот столбике, куда мы прикрепили последнюю арочку, вяжем столбик без накида, 3 воздушных петли, еще один столбик без накида. 2 воздушных петли, на следующем столбике на 2 ряда ниже также столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 2 воздушных петли, и уже, так сказать, вот на столбике первого ряда ту же самую маленькую арочку делаем, которая будет присоединяться уже следующая полоска. Следующая полоска у нас будет вот более темная и пошире. И так вот до нужной ширины такие полосочки делаем. Давайте посмотрим, как это выглядит на большом образце. Вот такой образец у меня получился. Как вы видите, он действительно такой вот кудрявенький. За счет того, что вот здесь так необычно провязываются эти веерочки, то есть как бы сзади заходит, и за счет этого вот эти вот маленькие арочки, они получаются выступающими. Красиво смотрится, когда вот при вязании сверху вниз остаются такие вот фестончики. Что можно таким узорчиком связать? Но, как видите, узор, естественно, односторонний, но тем не менее, по-моему, он просится вот на палантин, где можно скомбинировать не только 2 цвета, можно и больше. Можно и что-то вот такое вот женское, игривое связать. Или шапочку, допустим, но узор довольно-таки ажурный, то есть присутствует тут вот отверстия, хоть они и небольшие. Ну, шапочка такая вот будет не очень теплая, но веселенькая. А верхушку, ну, просто придется стянуть, или, как сейчас модно, просто сшивается верхний шов, и получается вот тут вот ушки такие. Вот такой вот интересный узор кудрявые полоски. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!